Происходящее сегодня в России напоминает пожар в одноименной гостинице в 1977 году, когда на нижних этажах уже все было объято пламенем. Слышались крики о помощи, гибли люди, а наверху в ресторане играл оркестр. Гости пили вино, что-то праздновали. Чем эта история закончилась, мы знаем. Где сегодня та гостиница, мы тоже знаем. Честно скажу, мысль не моя, прислал зритель. Но вот как по мне, это лучшее описание действительности. Начинаем. А у россиян может появиться еще один государственный праздник – День отмены Конституции за ненадобностью. 27 июля я бы предложил назначить торжественной датой. Объяснять надо почему. Хотя, наверное, для телевизионной аудитории надо, потому что этим-то людям в минувшие выходные исключительно развлекательный контент демонстрировали. Ни словом, ни полсловом пропагандисты не обмолвились о происходящем беспределе в российской столице. И вот я не ошибся сейчас, когда произнес слово «беспредел», потому что случившееся нельзя назвать беспорядками, случившееся нельзя назвать несанкционированным митингом оппозиции. Это был именно беспредел. Подобного в нашей стране не происходило, ну, наверное, со времен вторжения на территорию СССР фашистов, хотя нет, вру, происходило. В 1962-м в Новочеркасске, когда по приказу Хрущева расстреляли многотысячную толпу рабочих, вышедших на акцию протеста против снижения зарплат, 50 лет ту историю замалчивали, в Москве, правда, не стреляли. Там такой лайтовый вариант разгона митингующих был, хотя, я думаю, митингующим он показался не таким уж и лайтовым. Да ладно, скажете вы, что в первый раз, что ли? Несанкционированные митинги у нас постоянно жестко разгоняют, и не только у нас, это практика всего мира. Вот только в этот раз митингующих не просто разгоняли, их загоняли в переулки, блокировали со всех сторон, чтобы у людей не было возможности покинуть поле, так скажем, боя, а затем избивали, причем всех подряд. Мужчин, женщин, стариков, старух. Кто под руку попадался, того и лупили. Сложилось полное ощущение, что это была акция устрашения на будущее. Дабы мысли затем не возникло на какие-то протесты вообще выходить, сиди дома и бойся. Поразило, впрочем, другое. Вот эту вот фотографию женщины с разбитой головой я опубликовал у себя в соцсетях, когда все еще только начиналось, мол, вот и первая кровь, ребята, пролилась. Знаете, какие комментарии под ней тут же начали появляться? Так ей надо, жаль, что вообще не убили. Господа, меня это напугало просто. И мы еще называем себя страной, победившей фашизм? Серьезно? Это вот так вот мы фашизм победили? На улицах главного города страны садисты в форме избивают безоружных граждан? А какие-то нелюди в соцсетях радуются происходящему. Слушайте, да мы после этого просто не имеем права даже кивать в сторону празднования Дня Победы. А шакалы эти с повадками эсэсовцев не вправе отныне называть себя офицерами или солдатами, уж тем более, блеять что-то там о чести и доблести. Я сам на офицера учился, причем учился в тяжелейшее для страны время. Это было в начале 90-х, когда рухнул Союз. Когда было неясно, чего ждать от завтра, но даже тогда нас учили, что мы не можем использовать оружие против мирных граждан, не для того оно нам дано. Нас учили, что нельзя выполнять преступные приказы, и это в уставе, кстати, прописано. Вот чему меня учили в так называемые лихие 90-е, а что происходит сегодня? Спустя 30 лет, мы же последние два десятилетия тех 90-х, как нам свистят,
оправлялись, нифига себе, оправились. Тогда хотя бы от бандитов люди шарахались, да и то не ото всех. А сейчас от человека в погонах, девиз которого как будто бы «Служить и защищать, кому служить-то?» И кого защищать, это реальная журналистика. В прекрасной России настоящего тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ребята, у меня для вас есть хорошие новости. А вы знали, что существует такой сайт автоспот.ру? Это не просто еще один сайт, где продают автомобили, там собраны все скидки. Все акции, спецпредложения, машины только от официальных дилеров, а это значит, вы не нарветесь на мошенников. Что очень важно, все-таки не батон колбасы приобретаете. Все скидки действующие. Все автомобили, которые вы найдете на сайте, есть в наличии. Для покупки через сервис «Автоспот» вам нужно лишь выбрать машину, оставить заявку. Менеджер созвонится с вами, причем это будет ваш личный менеджер. Узнает о ваших предпочтениях, пожеланиях, свяжется непосредственно с дилером, с тем дилером, у которого есть то, что нужно, и по привлекательной цене все, заводи и езжай. Кстати, услуги менеджера в данном случае оплачивать не нужно, это часть сервиса на автоспоте. Ну согласитесь, неплохо, ты экономишь время, деньги, нервы. Просто зарегистрируйся, оставь заявку и жди звонка. Автоспот.ру сделает все остальное за тебя. Для чего я тебе рассказываю, ссылка в описании, перейди по ней и оцени сам. Чуть не забыл, в этот же раз фашисты, ой, стражи порядка, новые технологии обкатали. На одной из центральных московских улиц ныне глинный, по свидетельству очевидцев, газ распылили. Газ, ребята! Чтобы вы понимали, о чем речь, подобный приказ даже в период военных действий не каждый командир решится отдать. Это очень опасно, потому что в мирном 2019-м, в мирной Москве против своего народа, я не знаю, как это комментировать, причем это был воскресный день, на улице стояла жара, даже духота, ветра почти не было. Кроме того, на той Неглинной люди живут. Туристы туда приходят, а че атомную бомбу тогда не сбросили? Поразило и то, что к митингующим не вышел ни один представитель власти. На улицах протестовали десятки тысяч граждан. Хотя пропагандисты врали о 3500, всего из которых 700 человек – это журналисты. Пожалуйста, вот вам картиночка. Это даже не Тверская улица, куда пришла основная масса людей. Это на подступах к Тверской. Мы тут видим пару-тройку переулков. Всего люди только собираются, а еще огромное количество протестующих было на Трубной площади. На Мясницкой оттуда тоже подтягивались. Подтягивались со стороны Арбата. Москва, выходи! Москва, выходи! Москва, выходи! Москва, выходи! Но пропагандисты про 3500 продолжали брехать, как они вообще дальше жить и работать в этой стране собираются. А самое главное, ради чего брешут-то за зарплату в 20-30 тысяч? Я сейчас про рядовых типа журналистов, но черт с ними, мы же о представителях власти говорили. Так вот, повторюсь, ни один представитель власти к протестующим не вышел. Людям в очередной раз продемонстрировали, плевать мы на вас хотели, вы для нас биомасса и даже уже не электорат, без вас выберем кого надо. Вы главное налоги платите, все, больше от вас ничего не требуется. Ой, а президент наш не перестает удивлять. У меня вообще такое чувство, что этот человек в какой-то другой параллельной реальности живет. Я вот всю программу только о московском беспределе говорю. А это же не единственная напасть. Тысячи гектаров леса в Сибири горят. Гибнет все живое, люди задыхаются. На Дальнем Востоке очередной паводок. Целые поселки под воду уходят. Одна трагедия сменяет другую. А главный в этот момент... На дно Финского залива в батискафе ныряет, а на следующий день праздник ВМФ празднует. У тебя, блин, в стране полный привет творится. Пожар, потоп, тысячи жизней висят на волоске. Столицу лихорадит, что в такой ситуации можно праздновать и уместно ли? Впрочем, кому я задаю сейчас этот вопрос?
А вообще, конечно, всему вышесказанному есть четкое определение. Неспособность управлять государством. А еще налицо узурпация власти, как мне кажется, в Уголовном кодексе даже статья есть такая, 278. Насильственное удержание этой самой власти или кто-то хочет поспорить. Вот что мы наблюдаем в данный момент. Конституционным путем сменить власть, то есть путем голосования, нам возможности не дают. Неугодных кандидатов под разными предлогами на выборы не пускают. Теперь уже в наглую люди выходят на улицы, чтобы на них обратили внимание. Так с ними никто разговаривать не хочет. Бросили на толпу отряды вооруженных до зубов садистов. Все, вот и вся обратная связь. Ребят, юристы, есть среди вас такие? Может быть, вы мне объясните, как это называется на языке закона? Хотя, кто сегодня в России вообще верит в какой-то закон? Ну, кроме главного, от себя добавлю. Они хотят, чтобы мы их уважали. А разве такую власть можно уважать? Как по мне, только презирать. Все. Это была «Реальная журналистика», дальше сами все знаете. Подписывайтесь на YouTube-страничку, в соцсетях тоже жду. Темы предлагайте, поднимем и обсудим. А я за сим спешу откланяться, пока. Пока!